Всем еще раз привет, врываемся на BTS Dota 2 Pro Series, последняя игра и последняя карта на сегодня, Neon Esports против Boom Esports, Neon в ударе, Neon сегодня обыгрывают всех, при том, знаете, не то, что они делают это с трудом, или как-то непонятно, уверенно, мощно, сильно, с характером, 2-0 против TNC, 1-0 уже против команды Boom. Если смогут они и здесь выиграть, то закрепятся на первом месте в группе. Будет у них 6 побед, 1 ничья и 1 поражение. Единственное поражение у них против команды GeekFam. Там все было для них не очень хорошо. Но после того матча они как раз и не проигрывают. У них только победы. Ну что? Не забанили бумы Рубика, Neon не брали даже его на ФП, берут на второй стадии вместе с Бисмастером Нейч с Профитом. От бумов ВД Туск на саппортах, Эмбер пока непонятно, какая позиция конкретно. Добирают себе Урсу. Ну, похоже, Эмбер пойдет на мид, Урса пойдет на легкую линию. И что-то надо будет придумать арту бумов. Не так много станов в данную секунду, поэтому какой-то кентавр вполне себе может зайти. Просто нужно найти героя с контролем. Потому что в данный момент каски, сноуболчи. Ну, мало. Он, конечно, есть, телепорт сбивать можно. Но мы говорим про нечто большее. Тине. Интересно. Тине, при том кор. Хотя, стоп. Не факт. Хотя, как не факт. Стоп. Это Nature's Profit будет, что ли, 5? Рубик 4. Тине 2. Интересно. Тине взяли в мид. Ну, это точно новый герой, хотя в рамках геймплея Йопажа он заходит идеально, активный, которому нужно по факту хороший уровень иметь, в идеале там какой-то блинкдаггер докупить, хотя не всегда тени такие, сейчас мы можем видеть тени, которые выходят именно в урон руками, а не играют через прокаст, если это тени кор. Это может быть, конечно, и тени 5, Nature's Profit на позиции кэрри, либо Midnight, Beastmaster 3. Ух, ну тут надо смотреть, как неоны в итоге решат. Банк вапы? Не думаю, что неоны бы этого героя хотели бы тут брать. Но теперь у них такого выбора и нет. Бан Пангольера. Может быть, вообще какого-то Ликана сейчас возьмут и будут неоны максимально пушить. А, Ликана нет. Тогда отбой. Просто какой план у неон? Я пока не до конца понимаю, кто куда вообще может пойти. Если это Тини саппорт, например. Может, это Бисмастер саппорт. Просто как-то не получается. Нет выраженной пятерки, согласитесь, у неон сейчас. Может быть, пятерка и появится? Thank you.
Ну вот, да-да-да, смотрите, все как получается, они реально просто пятерку пикают. Бумы тоже думали, что противник что-то выдумывают, они ничего не выдумывают, они просто взяли два кора на первые два пика, взяли Рубика, взяли Тини мид, по всей видимости, и Гримом закрыли весь драфт. Вот, вот и Кунка. Так, стоп, кто куда тогда пойдет? Тримасел на Урсе. Тут понятно, тут Урса будет с Battle Fury и нечто подобное. Кунка. Кунка на хард просто пойдет. Ясно, ясно. Эмбер может пойти в мид. Ага, да-да-да, ФПЗ на Кунке. Ну что ж, для бумов ситуация в группе еще контролируемая. Они идут, они на 6-м месте. Если они проиграют, то проиграть на этой карте для них это будет первое поражение в матче. До этого у них было 5 матчей, 3 ничьи и 2 победы. Но ничего не потеряно. Все, будут играть, правда, в лузерах с большой вероятностью, но топ-9, топ-10 они в данную секунду не упадут. Хотя у TNC там еще, конечно, много матчей в запасе, надо будет смотреть, а сигнал прям очень слабый. Yet your failure lives on. Oh my lord! See you later, nerds. You know what? 我是一个没有感情的刷钱机器。 Погнали, господа и дамы. Дом и спорт против Неон. Вторая карта. Снова Рубик от Плейхарда. Ну, давайте поглядим, насколько здесь он будет хорош, потому что пока две карты подряд он был великолепен. Или он на первой карте тоже играл. Помню. Что-то тут не помню, играл на первой карте на Рубике. Нет. А, и там был Рубик тоже. Да, 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 да. На первой. А, на первый против TNC, нет, там не Рубик был. Там был другой. И там. А потом пошли Рубики. Ладно. В общем, кто только присоединился к трансляции, PlayHard очень много делал. Возможно, он чуть ли не один свою команду к победе вел. Там, конечно, работал и мидер, безусловно, но PlayHard делал львиную часть работы. В отличие от саппортов противоположной команды, у бумов, например, саппорты на прошлой карте прям были на грани бесполезности. Так, Гримстроугу пластинком со старта. Куда бежал нами? Что ли идет? Цембер против Тини. Ох, твой тай. А чё он такой большой? 6. Моделька просто. Дерево огромное. Это меч даже скорее какой-то. Ох, я Кунку-то бросили, беднягу.
Надо бы кунки помочь, там снизу пытались убить бисмастера, слушайте, но нет, нет. Корбуфеном хоть и есть, бисмастер все равно убегает, бисмастер уровень 1, прокачаны топорики, деревья здесь поломаны хорошенько, ну, в общем, с кабанами тут будет непросто совладать, согласен, ведь доктор каски кидает, кабан встанет на 5 секунд, но это не против Enchantress сыграть, тут еще все же ситуация реальная вполне. Пришел Туск на топ. Не сказать, что здесь особо будет легче. Очень неприятная линия для Кунки и Туска. Мяч с профит. Это, ну, в принципе, неприятный герой. С Блайдстоуном стоит, постоянно тебя бьет, пинками бьет. Но Кунка может совладать за счет Айтбрингера. Как-то и пеньков может будет время от времени пофармливать. Но пока, как видите, тяжело. Минус пол хп. Минус там 2 танга, считайте, сейчас улетит. Просто Туск пытается Грима немножко попить. Грима будет уровень 2. Тут уровень 2 можно будет под пенек. Инксвелл, давайте идти убивать. Может быть, даже уже сейчас можно будет попробовать. Ладно, пеньков можно новых призвать и потом попробовать. Пока Грим контролирует курьера, Туск пытается курьера убить. Ну, как-то, опять же, контроль такой неаккуратный, но Грим исправляется. Замедляет Хайда, закрывает собой курьера. В итоге спасает курьера, сам при этом выживает снизу. Рейджем Потейт воюет до конца, и яд Маледикта все же взрывается. Рубик пытается тут как-то наказать кого-то из двух, но не получается. На топе пока нет комбинации Inkswell и пенек. Значит, профит просто продолжает фармить на центре равенства между Тини и Эмбером в данную секунду. Поглядим, что изменится на этой линии через минутки 3. Какие будут изменения? Насколько станет Эмберу хуже или наоборот лучше? А может быть, ребята будут дальше стоять на уровне по клипам? Понятно, что пока активирован флейм, Тини ничего Эмберу не сделал, чтобы ему прям было больно. Плевывает его, денает одного крипа, ну и Эмбер тут тоже старается денаить по максимуму. Греча от Тини, Тини без хп почти остался. Три грэп закинул, ботал один заряд, чейн получил, 40 хп и пытается тут под тауром. И крипа добить успешно, и фласку нажимает, и ботлом отпивается, и веточки перекладывают, все делает. Ёпа, чтобы максимально эффективно восстановить себе здоровье и ману. Нечис профит, 12 денаев. А, третий скиллпоинт есть, все, я уж испугался. Смотрю, третий уровень, ага, телепортейшена нет, а он просто не прокачал ничего. Так, а на по Урсе-то что? Урса был фраг снизу, это был ферстблад. Вич-доктор много денег заработал. Но, как я понимаю, особо никаких изменений после этого не произошло. Бисмастер продолжает фармить, играет уровень 2 все еще без юнитов. Не хочет против ВД прокачивать кабанчиков. О, слушайте, я вижу по квику тут и не будет особо прокачка через кабанчиков. Тут реально будут играть через топорики. Еще топорики полетели. Где Солоринг? Там явно игра через топоры. В другом случае тебе просто Солоринг не нужен. Хорошо, интересно. Интересно должно быть. Смастер. Больно. Каска полетела. Маледикт есть. Урса. Прыжок через 2 секунды. Рейджем Потейта все делает вроде как идеально. Он даже стики купил. Это очень неумно против Вич-доктора, но это не помогает. Слишком сильное замедление. Эрс-шоу, Корбуфеном еще и каска залетает. И Рубик здесь не может помочь. Фейтболт он закидывает, но от этого мало толку. Там Фьюри Свайпс решает. С кем? 21-14. И эта карта, ну, пока не намечается очень легкой для Неон. То есть Урса здесь явно будет с бэфом достаточно быстрым. Минуте 15-16. Урса остался без хп. Сейчас надо будет восстановиться тангусами. Ведь доктор есть воду ресторейшн. Можно немножко порегинить. Еще одни топорики полетели. Бисмастер давит дальше. Главное не передавить. А тут Урса ворвется на прыжок в 2. Кстати, прокачан. 125 урона с него еще. Контроль рун, Тини находит иллюзии, Тини хочет найти Эмбера. Эмбер. О, интересно. Флейма нет 3 секунды. Напряженный момент. Ворует, пытается своровать Тини руну, неудачно. И Эмбер начинает драться здесь до конца. О, тут слишком много, оказывается, героев против того самого Эмбера. Инксвелл от Грима. Инксвелл взрывается, Тини пытается убежать, активирует фласку с помощью, видимо, Грима, но выжить не вышло. Пытаются убить курьера удачно, Хайд теряет. Курьера на минуту 16, ну и Раунуэлл отсюда убежит. Никаких трудностей, размен происходит в пользу Неон. Тини получает опыт, Эмбер здесь остался без опыта, плюс 1 единица золота, забавно.
Ну и Тини плюс 9. Разменялись так славненько. Ну, Тини сделал свою задачу, он пополнил ботл, правда, на фонтане. У Nature's Prophet 30 крипов, 1300 золота. Сейчас ПТ райт-кликом будет приобретено. Дальше погодим. Здесь Бледмейл можно взять пораньше. Какой-то Оркид. Ну, понятное дело, тоже будет смотреться круто. Сноубол. Не докатились до Тини. Свел взрывается. Ускорение для Тини. Тини особо здесь не может помочь. Появляется Тос. Окей. Будет Тос Эваланч. Можно дальше драться за Эмбером. Нет больше у него Флеймгарда. Стан от Кентавра будет. Он специально так подошел. Тавр пока не станет. Прокаст от Тини. И... ой, как Nature's Prophet вовремя. Ультимейт нажал. Совсем про это забыл я и, видимо, Микото. Хотя Nature's Prophet такие моменты может прилетать, но он прилетел вниз. Там вниз прилетел не просто так. По-моему, тут Вич-Доктор умирал просто. Да-да-да, то есть Вич-Доктор умер снизу, а ультимейт с кем сохранил на будущий фраг и получилось добить Эмбера. Прекрасная работа от Скема. Он впереди планеты всей по нетворсу. ПТ уже купил, 600 золота. Ну, это реально БМ просто некслотом. Ты врываешься в эпицентр драки и принимаешь на себе весь урон. Ну и плюс, конечно, БМ тебе по статам прибавочку дает неплохую. Гонит снова без мастера, беднягу. Мастер себе слоринг так и не довез. Курьер, наверное, можно здесь оставлять, если без мастера. Без мастера КД еще на телепорт. Ладно, единственная проблема пока у него, это вот нижняя линия. Хотя и на центре нельзя сказать, что у Тини все круто. Не круто, нет. Тини здесь сделал убийство, но это было с огромным трудом и только благодаря ультимейту Nature's Prophet. Нейтральные крипочки тут парменшилд отыскали. По-моему, Гримстроук его на базу отправил. Да-да, это был Гримстроук. Рубик стаки делает потихоньку, чтобы Тини потом себе Блинкдайгер побыстрее нафармил. Ну, то есть это будет классический Тини с ботиночком и дальше Блинк. Nature's Prophet 1000 золота, пока ничего в квике не стоит у Скема. За Скемом там погоня, торрент мимо, ФБЗ ошибается, Иксмарком первым дотянуться нереально. Учитывая, что это еще и герой с дальней атакой. О, Рубик решил сам все профармить, нормально. Может быть, все-таки Тини подойдет. Не, ну Рубик здесь уровень 6 возьмет. Ой, сколько денег. Алхимика бы еще лопата. Приходит Бисмастер и забирает все сливки. Ну да, Бисмастеру поважнее тут будет. Рубику главное было опыт в этой ситуации получить. Он почти берет свой уровень 6 желешка. Обмазывает себя и обмажет, наверное, Тини. Nature's Prophet всегда на базе восстанавливается, а вот... что он купил себе? Я предмет топ пил. Райзбайн, что ли, он купил себе Magic Wand? Вроде для этого было. Да-да, наверное. Наверное, он ничего и не взял. В курьере пусто. Взял себе Пурман Шилд из лесных. Тини находит талон. Можно без мастера передать, пусть там в лесочке восстанавливается потихоньку. Ну да, взял в итоге топорики в 2. Появляется Рор. Урса потихонечку выходит в БФ. Как-то вот закрепился этот билд. Теперь других вариантов и представить трудно. Рубик Ремнант ворует. И что самое главное, ультимейт берет до даже раздачи опыта за аванпосты. Сейчас можно за эти аванпосты будут с этими ремнантами и подраться. Рор на Урсу успевает без мастера защиты дать, иначе бы просто сейчас умер. Но зато умрут кабанчики, параллельно койка погибает, и Nature's Prophet умирает. Ворвался имбирчик, туск с тактимом, все это под сноубол. Убивает очень жирную цель. Синий пытается отомстить туску, но туз достаточно плотный, тем более еще и рестрендропами. Урон съедает с эваланча. Чины на Тини теперь, Грим тут рядом. С Инксвеллом в 3. Короче, на этой карте неоном просто не будет.
Руби пока свои ремнанты так и никуда не смог реализовать. Без мана остается, поэтому тут уже только если на базу полететь, единственная реализация ремнант оставить. И, кстати, Рубик, наверное, так и делает, да? Да, улетает на базу, ремнант оставил. Гонят Нэч с профита, как-то его бросили все. Хотя Тини выходит смоук вместе с Гримом, закрывает узко с круты. Пошел Эксвелл, есть дух от Грима, убивает узко очень быстро. Этого мало, конечно, будет. Но тут уже ни за кем больше не догонишь. Никого больше не догонишь. Разница между Тини и Эмбером увеличивается. Урса ворвался на Тини. Так ворвался и понял, что пора отходить. И уже 1000 золота за бум. Эмбер Мейлштром будут фармить, но и Урса по таймингам пока идет очень хорошо. Персеверанс купил. Продолжает просто фармить свой БФ. Больше ничего делать не надо. Кунка будет такой чисто на статы. Какую-то алебарду можно прикупить. Владмерс, какой-нибудь Кримсон, ну что-то вот подобное. Ну, наверное, Владмерс алебарда. От Кунки здесь будут прям идеально заходить. Разбивают и бум, и смоук выходит на топ. Рэнджем потейта один. Ну, давайте смотреть. Торрент попадает, но вот это главное было. Остальное, в принципе, уже не важно. Главное, что попал торрент. Какие-то телепорты массовые, ребята. Вы же прям под корабль подлетели. Там еще и каски пошли. Вич-доктор без дезварда. Солбайнт от Грима. В итоге Вич-доктор бежит просто один. Иксвелл на Тини. Тос очень грамотно сыграно. Ворует Рубик Маледикт. Пошел дабл Маледикт от Рубика. Уровня 4. Это очень больно. Урс вырывается, значит, профита. Пытается его убить. Тини и Эвелонч дает. Выигрывает время для схема. Схем много стаков Юрис Вайпс. Идеальные шарды от Туска. В итоге добивают и Гримстроука, и Нечис Профита, и Рубика. И, похоже, и Тини. Есть у нее Тос. Можно будет, конечно, откинуть подальше, попробовать. Но, похоже, максимум, что может сделать Тини, это разменяться. И не получается сделать этого. Телепортируется Бисмастер сразу же на топ после своей смерти. Команда Бум делает минус 5. Бум делает бум. Урса до БФ остается прям совсем ничего. И дальше будет только хуже. Тини теряет свой темп. Вот что самое грустное. Тини проседает слишком сильно. Ребята вот решили попробовать этого героя. Отчасти экспериментального. И что-то прям пока зафейлились. Атака на Грима, дезвард на Грима, минус Грим. Корабль даже не нужен был, но, ребят, скорее Вич-доктор не нужно было дезвард давать. Хватило бы и кораблям. Минус Грим. В итоге очень бедный Бист. Достаточно бедный Тини. И Нечис Профит, который вроде как с фармом, но убивают его в данный момент без проблем. Хотя не буду спорить, он должен сейчас по фарму разгоняться. Пока, по крайней мере, Урса нет БФ. А как только Урса появится БФ, Урса будет держаться на уровне. С кемпа на кем прыгать. 12 уровень, Рубик ворует шарды, у Рубика 8 левел. Да, взял он 6 еще до 10. Но вот за 4 минуты еще и аванпост там явно был. Успел получить всего 2 уровня дополнительно. Кунку нашли. Хорошая цель. Хорошо. Каски. Кабанчика. Бисмастер выходит. Эмбер с ДД. Бисмастер дает рор. Тини. Маледикт. Солбайнд. Эмбер и Рубик проблемы. В итоге Эмбера убивают. Слушайте, ну нормально сейчас. Не он это стрики поснимали. Там дезвард идеально работает. И Маледикт, может быть, и добьет. Фласка активирована. Очень умно. Дримасел. БФ купил, но драться сейчас он не готов. Ультимейт еще не 2 секунды. Получает Осавелнч. Убивают всех неоны. Казалось бы, я, честно говоря, уже немножко надежду потерял. Учитывая, как бум двигались по карте. И для Тини, что самая важная прибавка. Он покупает себе блинк. Хотя до него казалось так далеко. 16 минуты. То есть, ну, это тайминги весьма средние. Но он сейчас блинк покупает. И, возможно, будут по карте бегать убивать.
пока тут без блинкдаггера тяжело будет Хайду врываться как-то сейвить. Гримстроук тут немножко решил повоевать. Команда рядом, неожиданно врывается тени. Прокас пошел, минус туск. Даже не успел сноубол дать. Гримстроук плюнул. Руку фейт хоть и первый, но урона хватило. Снизу атака на Эмбера. Но с Эмбером тяжелее. Тут нужно прям за чейн станить, чтобы не успел улететь. Урса. Урс, пока Вич-доктор, Урс просто стоит за этим, наблюдает, залетает корабль, принимает Тини, есть Рор, ставится Дезвард, убивают Тини, Тини без бая, принимает также быстрое Рубика, Рубик ворует фисты, закрывают еще и без мастера шардами, прекрасно. Ну и бумы теперь без проблем Рошана могут забирать эти, делать это при том очень быстро. Так, что там по бестмастеру? Бестмастер, мек, грифсы дальше будет. Урса с Энжин Яша на статус резист решил Дримасел немножко поиграть. Чё плюс с ультимейтом? Чему бы нет? Блэкинг Барри я не вижу прям какой-то необходимости здесь статус резист, то что нужно. Там какой-то баш потом после с Энжин Яши можно купить. Врываться в того же Нэчис Профита, чтобы он никуда не мог улететь. Алибарда от самого Нэчис Профита. Такой, знаете, нетипичный предмет против Урсы. Ультимативный. Полностью выключает героя из драки. Ну а статус резист как раз-таки будет решать эти моменты. Опасный такой перехват ванпоста, честно говоря. Чины не попадают. Но если попали бы чины, то бы сейчас Нэчис Профит бумер. Самое интересное, просто за вот этот ванпост. Тем более на таких таймингах не самых нужных. Хотя понятно, сейчас бум без проблем этот ванпост переконтролит. Бестмастер с Тини гуляет в лесу. Тини такой, блин, дальше форстав себе покупает. Даже так, против шарда, против урса, да, классный предмет. И, ну, тут форстав помешает не только Тини, но и какому-то Рубику купить можно вполне. Попозже. На кортине, конечно, ладно, но что-то хочется другое видеть. Беру аккуратненько снизу. Покажет себе на карте, но это не так страшно. Ребята из Бум контролируют аванпост сверху, но они он и походу аванпост снизу заберут. Даже не пытается там что-то придумать. Эмпер как только почувствовал опасность, моментально на ремнанте улетает на топ к своей команде. И команда Бум заберет Т2. Преимущество за бумами растет, пока просто фарм идет. Ну, потому что Урс уже с Бефом фармит слишком быстро. И карту контролирует бум намного больше. Они вот по факту отдали вот этот лес один, и то сюда бум сейчас могут прилететь, поставить варды и поубивать всех, учитывая, что у ребят еще есть и Аигис. Эмбер дофармливает себе Блэкинг Бар. Нэчис Профит Селебарды, дальше Мьёльнир, Тини дофармливает свой форс, ну и бист с грифсами.
Урса уже с Engine Yasha, Урса впереди планеты всей. Первая позиция по Нетворсу. Опа, значит, с профита нашли. Алебарду кидай, не кидай, тут бессмысленно, по-моему. Тут из вард, что будет, из вард ставится. И надо переконтролить вард. Вард переконтроливается в последний момент. За схемом погоня продолжится, Урса нажимает ультимейт. Рор в ультимейт Урса, поэтому действует он нам совсем уж недолго. Солбайнт от Грима исключительно защитный. Больше тут ничего игроки ни он сделать не смогут. Так еще идут за Тинни в погоню. Тинни без форстафа. Бич Доктор, каска предела. Шарды есть, шарды не самые удачные. Зато удачные чины. Больно Хайду. Хайд Сноубол уходит. Сноубол сейчас еще даст дополнительный стан по Тинни. И Тинни погибает. Минус 2 сделано. А больше-то ничего не надо. Убили двух коров. С Аегисом, ребята, Аегис не был потерян, Аегис уже реализовать больше не получится, Урси он в этот раз не пригодился. Ну и вот, смотрите, дальше просто Башер, может быть даже Эбисел, а потом уже Сатаник взять и все, и Урса будет неостановим. Я не верю, что Нечис Профит сможет с Урсой совладать. Рубик на этой карте обычный. Какой-то сверхдота не показывает, саппорт команды не он. Так, ну и неоны сами решили в атаку выйти. У Рубика торрент второго уровня. По таймингам выходит идеально, да. Тут бесспорно. Ага, Урса решил все-таки взять прям сатаник сразу. Ривер покупается. 2700 хп. Как его убивать? Врыв от Тини. Какой-то, знаете, такой очень неуверенный врыв. Эмбер врывается поувереннее. Рор. Очень быстро убили Туска. Корабль залетает, бафает как минимум команду Бум. Погибает Рубик. Гримстроука пытаются добрать. Ну, добьют Гримстроука, конечно. Эмпер хочет еще. Телепорт от Бисмастера. Телепорт сбивается в последний момент. И Бисмастер здесь также умрет. Был один байбек от Туска. Драка закончится 3 в 1. Трипл килл для Эмбера. И уже 7000 перефарма. 7000 перефарма. Синие предметы появляются слишком медленно. Форстаф блинк, но этого мало на позиции мид за 24 минуты. Этого слишком мало. Хоть и был этот момент удачной драки, когда казалось, что все перевернулось, но... Не так много он дал Тине. Нечис Профит БКБ пытается купить. Но видите, в момент БКБ там реально может уже Башер появиться. Хоть и мы понимаем, что сатаник он уже почти готов. Клеймор можно покупать. Форстаф у Вич Доктора появляется. Странный бум. Первый предмет у БД. И все это еще с философским камнем. То есть денежки капают. Два брейсера. Базилка. Попробую вообще это в БД убей. То есть ты против Тини просто покупаешь побольше таких вот как раз таки брейсеров. И прокаста не боишься. За прокаст тебе не получается убить. Если у тебя, например, было потом 950 хп или 1000. Представим. А с 1360, ну попробуй такого убей, товарища. Перевес уже в 9000. Урса покупает тебе сатаник. Ну и статус резист теперь просто сумасшедший. Про хп тут вообще без комментариев. 2835.
Это еще и плюс ультимейт можно нажать. И статус резист твой еще увеличить. Только 50%. И дэмэдж редакшеном 80%. Минус башня. Пытается тут, конечно, не он тоже бить, но делает это намного медленнее. Ну и, похоже, бумы идут. Бумы идут, дождутся Рошана. Уже он теоретически может появиться. Рошан максимально долгий. Почти 3 минуты мы будем его ждать. Ну никого, никого не успеет найти. Хотели перед Рошаном сделать несколько фрагов, но в итоге безуспешно. Рейджем под Пейта. Ну, на собственном варде думает, что в безопасности, но это не так. Ну тут все, уже телепорт никакой не нажать, слишком много героев тебя контролируют. Нажимает грифсы. Бочка, кстати, долго живет за счет, видимо, грифсов. Там на определенном пороге ХП дается неплохая аура. Даже этого не хватает. Пладин Сворд для Нечис Профита. Dragon Scale можно отдать кому-то другому. Покабает Эмбера. Эмбер идет драться один против всех. Пытается убить Гримстроука. Гримстроук умирает. Эмбер еще из ДД, как всегда, оказывается. Ну ладно, БКБ на Гримстроука, наверное, для Неон не такая уж плохая новость. До Рошана еще минуту. В этот момент появится Гримстроук и Бестмастер с другой стороны. И БКБ Эмбера уже откатится на потенциально следующую драку. Немножко пока попушить решил Урса. Solar Crest, Overpower. Несколько ударов сделано. Ну как несколько? Башня упала на 1500 хп. Достаточно серьезно пострадал Тауэр. Можно отойти. Смоук от Неон. Рубик снова с торрентом. В этот раз 4 уровня. Невероятно важная драка. Если Неоны проиграют здесь драку за Рошана, то, я боюсь, игра может быть закончена для них. Полетел Ястреб. Урса. Оверпауэр активирован. Урса готов уже нападать. Эмбер БКБ откатилась. На Рошана выходит просто под тактимом, ребята. Под Соларквестом. Рошан упадет очень быстро. Там дабл оверпауэр, можно так сказать. Ну что? Надо что-то делать. Времени очень мало. Рошан уже упал. Господа, двигаемся. Ну, сейчас драться уже нельзя. Сейчас выходить в драку — это вообще суицид. Там заметили Тини. Тини пытается убежать. Эмбер оставляет ремнант, делает телепорт вниз, защищаться. От Нечис Профита нужно. Как-то вышли, но испугались все. Ну и Аегис и сыр Урсу теперь. Аегис сыр, можно покупать башер. Да и по-хорошему пытаться игру заканчивать. О, еще Enchanted Quiver для Эмбера. У него Quick Enchant, правда, с другой стороны, учитывая количество способностей, учитывая предметы и Линкен Сферу, и БКБ, оставляет Enchanted Quiver. Урса заберет себе Паладин Сворд сейчас. Ух, как будет жарко там. Такой аджор серьезный. Сатаник, даже не активированный, плюс Паладин Сворд. ПД тут развлекается в соло. Дезвард на долю секунды нажал, как увидел, что нажал Рубик Блинкаут, понял, что бесполезно и надо отменять. Так что мы Дезвард увидели на долю секунд. Thank you.
Ну, а бумы давят. Значит, профит покупает изолятор, остается без байбека, пытается быстро Урса убить. Урса нажимает ультимейт. Урса больно. Корабль полетел. Сейчас Урсу можно пробафать. Пытается уже на контратаке убить Тини. Тини живет. Туск полетел. Помочь не смог. Слушайте, интересно. Урса сыр перекладывает. Ремасел пытается уйти чуть назад. Изерел приобретает Тини. Ребята закупились вообще всем ноль. Ремасел тут за ним погоня. А может быть развернуться? Надо разворачиваться, драться. Сыр не успел. Минус Урса. Минус Свич-доктор. Оу, остается Эмбер. Эмбер пытается тут всех убить один, но один в поле не воин, хоть ты и Эмбер. С БКБ, с Мейлштромом и с Линкой принимает Эмбер на телекинез. Он получает Сайленс. Минус Эмбер Спирит. Ого. Казалось, надежда уже была уничтожена. То есть шансы на победу были крайне малы. И тут вот тебе поворот. Минус 4 делается. Ребята из Неон могут сами сейчас продавить мид. Урса без бая, Эмбер без бая. Слушайте, становится жарко. Упадет Т2. Возможно, упадет Т3. Снизу можно переместиться, там также крипы рядом. Слушайте, очень интересно, что происходит-то? Минус башня, значит, профит. Снизу толкает линию, там еще и Рубик. Соответственно, две линии будут падать одновременно. Бисмастер Саура работает. Значит, профит изолятор купил ведь совсем недавно, да, до начала этой драки. Урса нет 30 секунд, Эмбера нет 42 секунды. Активирован глиф. Но крипы здесь должны оставаться у неонов. Быстро крипов бумов уничтожает каски. Ребята пытаются максимально много времени выиграть. Каски летают. О, каска хорошо прям прилетела по, значит, профиту. Дважды еще Крэджем Потейта прилетела в гости. Падает и три телекинез на Туска. Туск больно. Ставится Дезвард. БКБ. Может быть, значит, профиту стоит активировать. Пока просто бьет Вич-доктора. Минус Вич-доктор. Байбеки у Вич-доктора у Туска есть. Остаются казармы голые, крипы сейчас подойдут, но все-таки его телепортируется неон. Они слишком много сделали для того, чтобы вообще в эту игру вернуться. Ох, это Нечис Профит, это дядька просто стоит и стреляет. С дезолятором, с Мьёльниром. Крутяк. Так, ну что, Урсу БКБ надо теперь, да. Вот что стало понятно после предыдущей драки. Статус резист класс. Нужен Блэкинг Бар. Кунка получила Зерил. Сюда летит Нечис Профит. Кунка под супер замедлением. Кунка еще с гемом. Приходит Эмбер. Эмбер влетает на Тини. Тини больно будет. Ну хотя, пока одного Эмбера не так уж и больно. Селбайнд на Эмбера и на Урсу. Урса нажимает ультимейт. Тини Зерил в этот раз на себя. Но он остается один против всех. И Тини здесь уже придется продать. Да, минус Тини. Эмбер полетел дальше. Погони будут за Нечис Профитом. Находит Бисмастера. Бисмастер только с кастом. С гастом тут ничего не сделать. Минус на бесте. Да, быстро бум отвечает после того, как сокрушительно проиграли драку на центре. 25-й, значит, профит. Больше нет кулдауна на телепортейшн. Последний кулдаун тикает. Ну и значит профит понимает, что лучше поддавить низ. Нет смысла сидеть на базе и ждать у моря погоды. Приходит сюда Кунка на X-марке. Сразу же БКБ, ТП. ТП. Нет, не хочет жить БКБ. Одного Кунку не боится. С кем? И может быть все правильно делает. В итоге вынуждены бум лететь. Ой-ой-ой, какая встреча могла быть. Но в итоге Туск пробегает мимо. Есть Вич-доктор. Но толку не будет. От каск пока нет никаких пенечков или юнитов рядом. С кем? БКБ нажимает на реакции. Бьет Хайда. Хайда убить тяжеловато. Там слишком много брони. И с кем говорит, ладно, все, полетели. Ну, а тут панч. Тут панч. Туск выходит и с кем убивают. Минус 100 секунд. Нечис Профит. Приятненько. Забыл Нечис Профит про панч. Надеялся, что успеет улететь. Не успел. Не успел улететь. Перехватывают игроки бум аванпост. Возвращают почти весь... все золото себе. Которая проигрывали. Ну и теперь немножко бумы могут поддавить, конечно. Значит, профита-то нет, еще 45 секунд. Выкупаться он пока не хочет.
Ну и неоны делают все для того, чтобы противник не мог зайти на базу. Выигрывают еще немножко времени, глиф у них остается в запасе, то есть 6 секунд еще можно будет оба раза защищать. Глиф активируется тут же, как курса подходит. Трет давать не хочется на миде. И все. Значит, профит появляется. Эмбер покупает тут время Аганим. Тоже мощное приобретение. Скоро еще и 25 уровень появится у Микото. Ой, какие-то массовые телепорты, что там происходит-то вообще? Ага, ясно, Нэтчис Профит с Эмбером, битва пока один на один. Эмбер на ремнантах, БКБ от Нэтчис Профита, получает он панч, и можно отсюда спокойно теперь летать. Может быть, рановато панч дал. С другой стороны, тут спруты тяжело было что-то придумать, дабы Нэтчис Профита остановить. БКБ у него нет, Кунка получает рор, толкает Топ-Форстафи его вперед. Иксмарк ворует Рубик, врывается Эмбер на этого самого Рубика. Рубик ничего сделать не сможет, получает Торрент, погибает Рубик. Эмбер полетел дальше, пытается найти Гримстроука. Гримстроук дает духа, попадает в Никисферу. Принимают и Бистмастера, он также без боя. Интересно. Но делают все неон красиво. Они давят все линии, крипов нет нигде. На центре крипы у базы находится. Ну и снизу тут синий тоже крипов быстро съедает на глиф. Ну и быстрый блинкаут ТП. Да, понимает, что могут тут его поймать. Но опять мало времени остается, понимаете, бум вот пока подошли за счет того, что крипов неон хорошенько съели по линиям. Они подходят к базе, но уже и поздно. Там уже Рубик появился. Бисмастер 10 секунд появится, снова не получается зайти. Может быть, пойти на Рошана, Рошан с Аганимом. Кунка с Аганимом. Ну, тут можно отдать... кому отдать? Ну, Урси, наверное. Пич-доктор, конечно, тоже круто смотрится с Аганимом, по правде сказать. Но все-таки Урси интереснее. Урси интереснее будет. Вот он, Рошан. Неон снова могут сейчас выйти, но просто не успеет. Там Solar Crest, Team, Overpower, Fury Swipes уже 19 стак залетает, и они просто сюда не успевают. Хоть и смоуки, хоть и ястреб летит. Ястреб даже не успеет увидеть, что произошло. Минус Рошан. Плюс Аганим для Урсы. 25 уровень у Урсы в придачу. Выбиваются потихонечку предметы из и команды Неон 4 тира. Аксир забирает себе Эмбер. Бум разбивает смоук. Давайте перейдем на байбеки. Это сейчас самое главное. Нэтчис Профит без байбека. Тинни с байбеком. Но Нэтчис Профит с ним умрет. Это будет очень плохо. Очень плохо. Энчант Квивер это, видимо, порвали, что ли? Ладно, неважно, что там порвали, не подворовали. Убивают Грима, успевает уйти отсюда Рубик. Грим с байбеком, Кунку уже давит мид вместе со своей командой. Хотя бы одна из линий пропущена, поэтому можно заходить, не стесняться. Тинни пытается крипов быстро эвалончем добить. Ну, один раньше остается, новая пачка подойдет вот-вот. Зарял на Урсу, тут три башня почти упала. Как же долго пытаются бумы зайти забрать этот тавер. Ультимейт Урса нажимает. Кулдаун с Аганимом очень маленький, поэтому можно сняться. Эмбер врывается просто в эпицентр. Рубик в Юле оказывается. Без мастера убить пока не выйдет. Есть грифсы, врыв от Урса. Сайленс на Урсе висит. Урса просит вперед на Эбисцеле. Добивают без мастера, добивают Рубика. Байбеков у них нет. Синие принимают со всех сторон. Тини заканчивает действие. Чего действие? Чего действие? Форстав нажал Блокинг Бар, а то у Тини нет, только сейчас ты понял. Дезвард минус Тини. Пич Доктор почти в соло. Тини мгновенно выкупается, крипы остаются на миде. Нэтчис Профит, опасно. Эмбер нажимает сыр. Новый сыр запускается на кулдаун, потому что у него целых два сыра оказывается в инвентаре. И Нэтчис Профит отправляется в таверну. Байбека у него нет, баунти руна если подобрать, то байбек может теоретически появиться. Но нужно подобрать все четыре.
Тини пошел. Первая руна. Этого мало. Ему не хватит. Трон. Тини просто не успеет, пока он руны подбирает. Игра закончится раньше этого. Туск, кто что-то вышел, купил форстав себе на фонтане противника, понятно. Падают и 4. Значит, профита нет целую минуту. Все появляются, кроме одного. Значит, профит, руны подбираются. Хватит ли последний баунти руны? Вопрос. Еще одна баунти руна подбирается. Байбек у Значит, профита за счет этого есть. Тини подобрал все, что можно. И нужно сейчас, ну, сотворить чудеса. Пока умирает Грим. Грим также с байбеком. Солбайн, Туск вместе с Эймером тут. Фокус на Туска. Туска убили. Кунка также погибает. Эзерел ему смогли добить. Трон стоит. Д4 стоит. Тини красавчик. Прилетает Нечис Профит. Вот это немножко лишнее, наверное. Хотя есть БКБ. Маледик по Нечис Профиту нажимается. Блокинг бар. Врывается Урса вперед. Есть Баши. Ставится Дезвард. Начинает Вич Доктор стрелять. Урса идет дальше. Нечис Профит должен погибать. Нечис Профит погибает. Ну и теперь точно это должен быть конец. Покупается Кунка. Но без Нечис Профита урона у команды Неон просто не хватит. Рубик там подворовывает все, что можно. Фисты. Чины. Раскидывают фейтболт и Голотрон. И Урса с тиммейтами пытается этот трон разрушить. Тини покупает догоны. Ну, пока только первого уровня. Догон Веймбера и Зериал Веймбера. Урс врывается на Бисмастера. Переключается с трона на других юнитов. Да, наверное, не стоит. Надо просто трон бить. Байбек и от Эмбера. Эмбер сейчас вернется. Эбисл в Гримстроука. Зериал на Грима. Грима сейвит. Зериал, точнее, на Урсу был. Прошу прощения. Тос Урсу пытается на фонтан выкинуть. И получается сделать этого. Боже, как же они защищаются! Но придется еще потратить 83 секунды до того, чтобы защититься. Это учитывая, что еще у Урса есть Аегис. Полетел кораблик в тени. Солбайнт еще один снова откатился. Привязывается Вич Доктор и Кунка Рор Дабл. Но Солбайнт связь разрывается временно. Эзерел Вич Доктора. Вич Доктора убили. Трон на 3000 хп. Трон никто не бьет. Кунка еще один Х-марк на Бисмастера. Тини убили после байбека. Бисмастера принимает на торрент. На агонимный торрент. Ну и да, ребята понимают, что все. Защищались, конечно, они дерзко. Но без Nexus Profit вообще никак. ГГ. Победа команды Бум на второй карте. Счет в матче становится 1-1. Это ничья. И Неонов сегодня смогли остановить хотя бы на развязке всего игрового дня. Молодцы Бумы. Были у нас небольшие качельки. Может, даже на графиках, я думаю, посмотреть, что там происходило. Какие-то моменты. Да-да, качельки вот тут были, что Бумы вели, и бац, почти все отдали. Там было у них порядка 10 тысяч, они там до 3 преимущество свое сократили, но дальше додавили и смогли противника уничтожить. На этом сегодняшний игровой день завершен. Приходите завтра, продолжается BTS Азия. Так что всех ждем на каналах Рухаба с 7 утра по Москве. Всем хорошего дня и до свидания.